Ну что, всех приветствую на канале. Ветреная нынче погодка. Смотрите, Harvest Doubled, Harvest Quest. У нас сбор урожая. Миссии у нас тут традиционные. Но сегодня будем пытаться выбить топового персонажа. Я даже не знаю, с кого начать. Может, вот с этой дамы? Она вообще крутая, нет? 2S. А тот чел, вот этот вот, он, по-моему, 3S, да? И мы его сегодня будем пытаться выбить. Нет, тоже 2. А кто же из них самый-то наикрутейший? Вот это, может быть. Ветерок дует. Нет, слушай, Лестрейч, ну, можем ее. У меня ее в коллекции нет. Давайте с нее начнем. Так, ну, по классике. Потом, кстати, потом, кто хочет посмотреть, как выбивается, потом будем выбивать призывы. Но сначала вот не ее. Так, ну что, начинаем с единички по классике. Будем чередовать сейчас. Вот этот жетонь. Ничего нам не дал. Эх, полтос бы выбить. Да на x2 хотя бы или на x3. Вот это будет весело. Ну, пока что по единичке нам дают. Давайте вот так. Эх. Хотя бы. Хотя бы внизу бы остановилась хоть раза. Там X3, X10. Короче, нижняя часть нужна. Полтос. О, X4. А представьте, на полтосе остановится на X7 или на X8. Все. Считайте, у нас персонаж со всеми копиями готов. Да уж, 50, конечно, тут сложно будет набрать куб этих копий. Ну, не копий, а 50 осколков на одного персонажа. О, кстати, сейчас может быть что-нибудь интересненькое. 2. Нет, он принципиально по единице нам дает. Вообще вот просто. Даже никакого шанса. Даже никакого шанса. А вот сейчас будет много. Ребята, 3. 3 карты, это уже успех. Так, сейчас опять мало. Так, ну давайте еще 2 раза крутанем. И глянем, сколько мы набрали осколков. Ну, мне кажется, что пока мы не набрали полтинник. Пока что полтинника нету. Ну, не чувствую. Выйдем, глянем, сколько набрали. Так. Не вижу, где она у нас. А, 41. То есть еще 9 надо. Давайте 9 мы можем, в принципе, сделать. 9 штук. Окей. Еще 7.
Почему-то активности мало по этой игре. Не понимаю, из-за чего, с чем это связано, почему мало пишете, потому что здесь-то как раз интересно. И прокачка, и ивенты, и вообще, знаете, такое разнообразие игровое здесь присутствует на самом деле. Так, ну последняя карта, и у нас будет 50. 50, да. Теперь у нас полтос есть. Призываем. Вот такая вот красотка. Lestrange. Будем ее потом тестировать. Ну еще в течение недели нам дадут копию ее. Всегда на нового персонажа дается копия, когда мы получаем. Так, ну давайте дальше. Может, вот этого типа? Он, говорят, тоже крутой. Тоди, у меня он есть, поэтому давайте попробуем еще заработать карточку с ним. Одну. Я пока не знаю, сколько надо штук. Сейчас давайте выйдем, глянем. Ну, наверное, у меня есть он в количестве, не знаю каком. Я думаю, мы таким образом поступим, что мы сегодня просто поддобьем тех, кого у меня нету. Вот этого нету, 25 их. Так. А, у меня его вообще нету, да? Смотрите, какая вещь получается. Ой. Вот этих типов. Что это такое? Вот этих 25 надо. Ну, примерно. А того деда вообще с нуля. С нулины, я бы так сказал. Того деда с нулины. Ох, да. Вроде его, знаете, кажется, с виду такой, о, сейчас там прибыльно наваримся. А, нет, фигня. Полная. Отсыпает не так, как хотелось бы. Ну и вот эти жетоны, типа ап. Не знаю, на самом деле. Они такие поверхностные. В том плане, что не хватает все-таки. Блин, могли полтос дать? Не хватает все равно с них мощи какой-то. 2, 3, 4, да. Ну, в среднем у нас и получается, что выпадает по 2, ну, если брать общее число попыток. Даже не знаю, что здесь можно предусмотреть на самом деле, в том плане, что как увеличить шанс выпадения, то есть полный рандом, мне кажется. Так, ну еще где-то 2-3 раза надо копнуть. У нас там по 2 выпадало, иногда по 6. Было 6 один раз сегодня. 4. Ну, в прошлый раз, кто помнит, кто смотрел, мне полтос выпал. Но, по-моему, это были билеты, насколько я помню. Это не персонаж. А, нет, был персонаж с голубыми волосами, такая девушка. Она у нас сегодня как раз там... В рекомендуемом призыве есть. Так, ну ладно, давайте последний раз. И идем. О, сейчас много дадут. Целых, наверное, 2 карты. Так, ну судя по всему, мы не набрали. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. А, 34, я не туда посмотрел.
Ну ладно, давайте добирать. 34, 16 штук еще. Может, сейчас добьем. Еще 9. Еще 7. Да. Ну, смотри, по 2 начало падать. Уже приятно, то есть 5. Но видите, рандом здесь такой, что он вообще в левой и нижней части не останавливается полностью. Не знаю, что поделать. Ничего не поделаешь. Ну, 2 давай попытки долбанем. Все. Собрали. 50 есть. Вот он у нас. Тоже новый. Такой, смотрите, тигр реальный. Аватарки у нас, кстати, нету на него. Случайно. На этого тигра. Ну-ка. Где у нас аватарки? Это костюм, это сеттинг. А вот может сюда. О. Вот этот есть. И какую-нибудь рамку новую. Типа первое место. Золотая. Ну что, ребят, собираемся потихонечку. Давайте тогда деда этого добьем. Ну, на все оставшиеся. Сколько там хватит? Давайте. Вот этого. Тотти. По 2. Не, ну по 2 маловато, на самом деле. По 6, по 5, вообще не знаю, на самом деле, сколько чё. Разгоняется до 2. Еще давайте. Да, сегодня выпуск такой длительный получился, но насыщен в плане количества выигранных персонажей, осколков персонажей, да, если точно быть. Ну и мы докручиваем здесь с вами и смотрим еще вероятность. То есть x60, если так выразиться, был сегодня у нас на повестке дня. По 2 персонажа падает. Может, сейчас хотя бы штучек 6-7 отсыпет. О, 6 отсыпало, это хорошо. Под конец, может, и полтос дадут. Было бы вообще приятно. Но я боюсь, все равно с такими результатами не хватит. Понятно, что ивент еще продолжается, я еще доберу этих фишек. Еще там миссии можно было выполнять. Мы, конечно, эту копию чувака получим. Вот. В принципе, в боях будет из кого выбирать. Топовую пачку сделаем. Так, ну я понял, не хватило буквально капелюху. Буквально. А, ну 27, нет, много не хватило. У меня есть вот такой вот типок. Довольно-таки неплохой. Правда, всего 5 осколков. Но он реально классный. 3S.
пушечный. Ну и, конечно же, вот эта дама. Тоже хороша. Вот, ну и забираем, конечно же, награды за новых персонажей. Вот. Новые персонажи. Потихоньку мы всех тут открываем. Уже не так много осталось. Ну, в основном, видите, у меня есть все персонажи. Практически. И это не может не радовать. Ой. Ну, по причине, что, во-первых, бюджет позволяет. У меня есть на это средства, так скажем. Не могу сказать, сколько. 1 100 000 показывает. Ну, скорее всего, это где-то 1 180 000. Все же. Вот такой у меня рюкзак, кто просил показать. С палками, с этими. Я, на самом деле, всегда открываю шмотки и палки, чтобы здесь не висело. Вот, сундуки. Тоже можно использовать почти 4 000. Ну и на почте сегодня там прислали, опять же, фрагменты. Я их тоже всегда открываю. Ну и теперь последнее про прокачки, что у нас имеется. В Great Hall заходим. Поднимаем наших персонажей. Ну вот, у меня топовые карты стоят. Да, на уровне легендарный. Ну и, конечно же, я не могу не попрокачивать их. Потому что они довольно-таки, ну, крутые. Даже вот эта дама. Вот, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Кстати, вот такие еще онлайн награды дают за время, проведенное в игре. Самый топ — это 50 осколков. Ну, знаете, я раньше думал, что это крутые чуваки. Но потом я понял, что это среднестатистические карты. В основном это просто S, да, а мы стремимся 3S. Все, пишите, какие у вас пачки, сколько у вас на призыв. Вот видите, у меня 1300 сфер и почти 5000 билетов. Кто-то скажет, что я доначу или читер. Ничего подобного. Все честно. Примером может служить вот эта вот система, которая показывает, что, соответственно, я ни разу еще не донатил, ничего не покупал, все по чесноку идет. То есть там шкала заполнения покупок, доната есть. И те, кто, соответственно, донатит, там видно, что сколько они, грубо говоря, потратили и так далее. Все, увидимся уже в Империи пазлов на Воскресной войне. Пока-пока.